Король в шахматах – одна из самых слабых фигур в игре. Так как у него ограничено пространство ходов. Если вокруг него не будет фигур для защиты, он ничем не сильнее пешки. Поэтому, Шахзаде, если король остался один, то скоро игре конец. Вот и мат, Шахзаде. Удача была на твоей стороне. В этой игре удача не играет роли, Шахзаде. Дело в уме. В остром уме. Дядя? Шахзаде? А вот и наследник Шахзаде пожаловал к нам. Однажды и он вместо вас взойдет на трон. Вы же это понимаете? Вы что же, играете в шахматы сами с собой? Я всего лишь тренируюсь. Смотрите, что я вам принес. Это эпос Фердууси, шахнаме в прозе. Вы читали его? Конечно, много раз. А я вот только начал. И продвигаюсь медленно. Вы же знаете, большая книга. Это верно. Мне в этой книге очень нравится герой по имени Рустем. Богатырь, который помогает правителям, и которого никто и никогда не может победить. Шахзаде, вы же меня описываете. Должно быть где-то здесь. Посмотрим. Вот здесь. Машалла, вы знаете эту книгу наизусть. Я иду гулять. Хотите пойти со мной подышать воздухом? Да.